Давай, гони, 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 гони! .48 после выстрела. Ну, нормально тоже. Процентов 20, конечно, снимает незаметности. Неприятно. Паркуемся. Не поехали. Давайте запулим. Блин, зря, наверное. Еще ноль выстрелов. Союзники не понимают, да, где нужно стоять, куда стрелять. Они сейчас поедут, наверное. Хотя не факт, что они сейчас сюда поедут. Да, поехали. А, это БМДшка поехала. О, я попал в тверку. Естественно, я метку не могу поставить на БМД. Обрывается. Это нежданчик, пацаны, да? Нежданчик. Думали, можно на расслабоне здесь покатать. Вижу противника. Оп, а под меточкой? Спасибо, разработчики, за вашу дебильную, багованную метку. Совсем абсолютно не бесит ваша эта механика замечательная. Брррм. Ой, без гусли. Я в борт, может быть, пробью меркавку, а может быть и нет. Прикиньте, она оранжевая. Постойка, и все же надо тебя добить. Еще туда же. Хотя зачем? Отлично. Отлично. Так, ну тут уже они проехали. Прям очень жестко. Опа! Это что-то покемон по центру решил покататься. А вот тебе метка. Ни в чем себе не отказывай. Полетели плюхи. Так, тихо, не стреляем. Не стреляем, палево. Боже, как же он классно стоит. Ну, я не могу не пострелять в него. Добивайте. Не давили. Лишь бы нас здесь сейчас не продавили. Тут, конечно, после засвета любого я сейчас сразу же буду, скорее всего, в ангар лететь. Их тут дофига. Меня уже блайндит. Но мы постоим еще немножечко. Вот здесь стоят ББМки. А, чего? Нахер ты сюда приехал, мутант? Офигеть. Он сейчас мной еще прикрываться будет, дебилушка. Боже. Какой же ты дебил, зачем ты сюда приехал? Тупые союзники. Так, здесь тоже, я смотрю, все не очень-то весело. Бум. Не расслабляйся. Контакт. 119? Я в корпус попал. Какие 119? Ой, БМДшка проезжает. Блин, не попал. Можно было здесь ее уже увидеть. Нормально прицелиться. О, БМД, БМД, давай. Хорошо. Вот тебе еще меточку. Да, меточка почти сработала, как обычно, да, отлично. Надо напомнить себе просто убрать вообще метки как активную способность из моих активных способностей на танках, чтобы меня она не бесила просто, потому что это конченая хрень просто, бесполезная, работающая через раз.
Так, ну как кто там хотел за мной поехать? Покажись. А управляться в тур не должен, да? Я понял. Он просто прямо полетел. Круто. О, смотрите, кто приехал. Ну да, метка как обычно. Я понял. Да, метка не работает. Я в турами не попадаю. И просто приехал постоять на простреле, и я не могу его наказать за это. Блин, мы проигрываем? Серьезно? Мы серьезно проигрываем везде? А, и там уже кончили меркавку. Класс. Вообще не понимаю, как мы можем это проигрывать. А, ну хотя как, 64-ка взяла, поехала, сдохла в центре. Что непонятного. Так. Попугаем их еще, попугаем. Так просто не дадим им кататься. Добейте. Блин, ну слишком агрессивные ББМки, падла. Не могу здесь стоять долго. О, начали отстреливать. Все нормально. Еще не все потеряно. Тихо, тихо. Постоим, посветим. Надо, надо еще светить. Надо. Вот так, чтобы они не расслаблялись здесь. А под меткой не хочешь постоять? Вот здесь буквально БМД эту забрать. Другая БМД находится на... с этим... как он называется? На электростанции, короче, в центре. Так что в целом для меня это не проблема будет. Потом рык это можно будет сбрить. Блин, ну стреляйте, вашу мать! Стреляйте! Рукожопы. Там еще и РВК отлетит. Вот же сраные рукожопы. Не, они просто слились. Понятно. Это вытащить будет. Не понял. А, он меня уже в спину стреляет. И я не попадаю. Добавок. Че, кто-то поможет? Хорош! Хорош! Есть мужики еще в команде. Блин, там Рукету надо помогать. Рукетов добивать. Там куча картона. А, дигля! Ай-яй-яй! Подожди, ты шотный? Блин, надо добивать. Твою мать! Твою мать! Да... я не попадаю. Становись уже и попади, тряпка. Да... ну бред. Мимо и мимо. Охренеть. Боже, как же долго я его убивал. Такой бред. Так, еще тут двое. Сейчас разберемся. Есть шерик, который шарит. Я сделаю все, что могу. Так, попробуем здесь посветить. Ой, блин, Зибелька сзади уже подъезжает. А Рукета здесь не видно, да? Все, надо ехать туда. Помогать срочно, срочно. Шерик, давай, 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 разворачивайся, разворачивайся, родной. Принимаем его. Рукет, хер с ним, с Рукетом.
не попал. Надо поддавить его, надо поддавить. С Офелией. Отлично, отлично, все, он твой. Или мой, сейчас определимся. А потом Руйкета надо запинать, в принципе, он там, хп у него немного, у Руйкета. Главное, не подставится. Блин, упустили что ли? Хреново. Нет, вот они. Я пустой! Твою мать, я пустой! Блин, ну как же я так расстрелял, который... Шерик, решай, я буду светить. У меня перезарядка, все. Шерик, пожалуйста, делай красиво. Вот это да. Много, блин, в 225-го выпустил впустую. Блин, Шерик на фугасах, нафига? Где твои кумули? Вот он, засранец. А нечем стрелять в него. Нечем. Один хп. Шеридан, ты их убиваешь. Давай, вперед. Я могу, если что, на крайняк втараниться потом этого хпшного. Так, надо подсветить ему. Где они стоят? А, вот он, Рукет. Блин. Блин, тут сраная снайперша, небось. Так и есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё, серьезно? Шерик слился. Охренеть. Шерик слился, и я еще и подметкой катаюсь. Прикольно. Вот это подстава. А чё делать? Чё делать? Тараном ЗБЛ я могу. Без проблем. А там еще Руйкет. То есть, если бы их, если бы он один был бы, я к тому же 350 хп, я в таране, и скорее всего там тоже сдохну от тарана. На ничью тянуть. Вот это фейл. Но они базу-то не успевают забрать, как бы. Это меня не сильно беспокоит. Твою ж за ногу. Как ты это сделал, Шеридан? Почему ты не убил хотя бы сраного Руйкета? Не, ну они не успевают. Никак. Вот так выглядит безысходность, пацаны. Я могу отдать им поехать победу, втараниться в кого-нибудь. В принципе-то. Двоих-то я не протараню точно. 19 секунд. Ладно, уже, наверное. Мне придется просто отдать этот бой. Охренеть. Вижу противника. Ну как так, Шеридан? Ну чтоб тебя, ну надо было просто попасть в один танк, забрать Руйкета,
Я бы оставался с ХПшным этим, кем там, Зибелька или как ее там. И в нее бы я мог втараниться. И выиграть. Вот это прикол. Восемь, мать его, 700. 8700 урона. 5000 насвеченного. И Шеридан не может убить последний танк важный. Да Офелия нихера тут Офелия не решала. Руйкет все равно оставался бы. А в Руйкет он и тяжелее намного. И не факт, что я бы в него вторанился. Там хпшки больше было. Там, скорее всего, чтобы убивать Руйкета и оставаться живым, ну, там вариантов не было бы. А вот Зибельку я бы мог аккуратненько протаранить и забрать один хп.